которая росла на самой верхушке дерева, всегда с тоской смотрела вниз. Она смотрела на зеленую травку, на рядом пробегающую речку и мечтала оказаться внизу. Часто ночами она не спала. Она слушала шепот воды, шорох листвы и разговоры природы. Однажды она услышала голос. «Почему ты не спишь? Кто вы? Кто со мной говорит?» Удивилась Виша. «Я Луна. Я наблюдаю за тобой каждую ночь. Я все чувствую. Что ж тебя беспокоит, Вишенка?» Они же сразу тебя съедят и растопчут. А я не боюсь. Я все равно очень-очень хочу вниз. Хорошо, Вишенка, я помогу тебе. Но при одном условии, что твои прогулки по земле будут только ночью, а днем ты, как и прежде, будешь висеть на дереве. Да, крикнула Вишенка, я согласна. Вдруг в воздухе появилась желтая нить, которая тянулась откуда-то с неба. Эта нить обняла Вишенку и спустила на землю, но не отпускала. Вишенка покатилась по траве, искупалась в реке, дотронулась до земли, до песка, до камней. Но вот пришел рассвет, и она снова оказалась на дереве. Продолжалось долгое время. Вишенка была счастлива. Но вот однажды луна не пришла за ней. Вишенка ждала ее и на следующий день тоже оказалась одна. Она злилась, плакала, кричала. И в ответ отвечала лишь тишина. И вот снова ночь. И с неба тянется желтая нить. Она подкрадывается к Вишенке. Нежно обнимает ее. Но Вишенка не рада. Она не хочет больше дружить с луной. Почему ты молчишь, Вишенка? Я обидела тебя. Да, ты не приходила так долго. Я забыла о тебе, не хочу вспоминать. Уходи. Вишенка, ты не права. Я все это время помогала дереву, на котором ты растешь. Ты так долго смотрела вниз, а не видела самого главного. Твое дерево гибнет. Его корни от жары засыхают. Поэтому каждую ночь я пыталась спасти твой дом. Вишенка заплакала. Стала просить прощения. И, конечно, луна простила Вишенку. Теперь, как и прежде, они гуляют вместе по ночам. Дорогие друзья, это история о том, что очень часто наша невнимательность заставляет совершать нас ошибки. Порой непоправимые. Потому что каждый из нас думает только о личных интересах, только о себе. Мы смотрим вниз и не видим землю. Мы смотрим вверх и не видим небо. А в себя мы вообще не заглядываем. Так нельзя. Давайте сменимся и начнем замечать то, от чего зависит наша с вами прекрасная жизнь. Веди, дорогие, вам. Мы с вами обсуждаем философа, писателя, человека, чьи картины
организовать всю эту красивую историю. Я хочу сказать, что это золотое сердце по праву принадлежит моему соведущему. И большая честь мне разделить с этим человеком сцену Мигди Ибрагиме Ваха. Спасибо, это высокая честь, и я очень рад. Я обещаю всю жизнь сделать добро, и так, как я живу в данный момент. И это большая честь, меня позвали на это сцену, это, всегда говорю правду. Это первый раз, я как в роли ведущего, дали мне микрофон, и несколько раз наша сцена поменялась, но ничего, я ничего не стесняюсь. Русский язык как-то прекрасный, красивый. Я горжусь, что я говорю на этом языке. Но если с акцентом, простите. А сейчас я хочу... Сейчас я не подходит, я хотел на вас использовать свою песню. Музыка и слова Мигди Ибрагиме Ваха. Исполняет автор. Спасибо. И до новых встреч!